Всем привет, друзья, это видеоблог «Две хаски». Да, и мы сегодня на Рузе. Сегодня приехали ловить подлещика леща. У нас сегодня рыбалка будет с ночевкой. Третья рыбалка. Очередной штурм щербинок. Да, мы сегодня опять в щербинках. В общем, сейчас от 8 до 13 метров закармливаем. Сейчас покажем, чем кормим. И будем искать рыбу. Так что погнали, ребята. Поставили палатку, но это буквально чисто лагерь. Убрать вещи, чтобы снег и ветер их не запорошил. О, чаек, это всегда прекрасно. Это всегда супер. Это за рыбалочку. За рыбалочку. Короче, кого-то, чего, что-то, нет, лимончик переборщил, да. Так, ребят, сейчас покажу, чем сегодня будем кормить. Прикормка у нас сегодня прям зимняя. А зимняя она потому что у нас чистый килограмм свежего кормового мотыля. Ух, бомба. Он прям очень крутой. Основная масса у нас это кормовой мотыль. То есть, а прикормка нам нужна, чтобы привлечь рыбу. Но за место земли, вот землю реально не могли нигде купить. Нашли вот такие сухари черные. Вот сейчас будем разбивать мотылика вот таким черным сухарем. Вот это, наверное, мы оставляем на ночь. Ночью мы будем ловить немного по другой методике. Это я вам попозже расскажу. Так, берем, получается, все 800 грамм, наверное. Ну, давайте вот так даже сделаем. Получается здесь 500 грамм на 800 грамм мотыля, ну практически один к одному, где-то половинку, это получается 350 грамм, ну запах прям мотылика, ну да. Попробую, это нормально по соли. Слушайте, ребят, смотрите, как клево получилось, она прям идеально ровненькая получилась. Сейчас у нас вечерний закорм, остатки роскоши. Короче, экспериментируем, да, Макс? Что еще делать? Так, добавляем экстракт мотыля. Наверное, сейчас вот у меня есть половинка тюбика. На самом деле без разницы, какой был, такой взял. Он нужен для того, чтобы делать шлейф. Наверное, вот так, да. Чутка оставим. Чуть-чуть ее доувлажним сейчас. Сейчас вот такие вот комочки сделаем. В каждую лунку по одному кинем. Так, ну, еще где-то килограмм полтора осталось. Это на вечер и на утро. Потихоньку будем закармливать эту точку. Человек палатка идет. Ростовой костюм, что ли? Вот так вот. Фишту. Жесть. Так, друзья, у нас где-то время. Это пятый час, да, уже где-то. Купили тут пучка вязов. Вот такое приспособление. Надеваешь сюда кембрик. Такой. Видите, он так раскрывается. Мотылик вот так. Оп.
Видите, пучочек какой красивый. Выходит. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы должны в конце поцеловаться, что ли? Такие вот лампочки сделали. Слишком много света решили в прошлый раз и немного изменили политику компании. Нам насоветовали. Ну и нам насоветовали, конечно, да. В комментариях очень много полезной информации мы читаем. И что самое клевое, они просто отсоединяются, как вы видели, наверное, в прошлых выпусках, вот, от основного света. И можно просто менять. Ставить основной свет, допустим, большую диодную лампу, либо вот эти в маленькие. То есть такая она получилась. Очень коммуникабельная. Моя любимая рубрика. Готовим в палатке. Для этого нам понадобится пачка пельменей, водичка, кастрюлька. Ах, красота. Кашеварит. О, да, ребята, это будет вкусно. Пельмешки всегда хорошо. Макс вообще. Повар Мишлен. Доброе утро. Вторая часть кулинарного шоу «Готовим в палатке». Сегодня у нас будет кофеек растворимый и яишенка. Это круто. Прям можно, да, закрыть ее. Да? И будет такая запеканочка. Все. Да ничего не поймали, пап. Тишина, ну сюда сидели вообще глухо. Горчичка. Нормально сейчас? Вот так упирается. Нормально, я чуть-чуть. Или забагрил? Тихо-тихо, может забагрил. Вот он, красавчик. Ну, какой, слушай, его кто-то это цапал. Цапал, беседки был, да? Да. Ну, приятно идет на коромысло. Поймал, что ли? Такой тоже. Нормальный? Ну, поменьше что-то. Поменьше что-то. Посмотрим. Все, рыбеха.
Уральский крутой мотель, мне все-таки тоже больше нравится. Какой-то он суровый прям. Кепона Матона. Нормальный подъемчик был. Ай, обидно как, Макс, он прям вылетел. Блин. Слушай, так обидно. На пса снимешь. Слушай, ну это выглядит помпезно, я бы сказал. Чё-то нормально, не? Чё-то... Ой-ой. Чудо хорошее. Опачки. Знаете, на кого взял? На кормового. На кормового. Вот на такого кормового клюет. Такие вот пучочки. Оп, оп. В общем, такая рыбалка у нас получилась. Мы наловились. Хорошо отдохнули. Да, хорошо отдохнули. Так что, так. Давай не будем только оправдываться. Ну, а что оправдываться? Глухозимье. Что оправдываться? Вызвали такси, ждем. Минут через 5, да, 10 за нами заедут. Леха красавчик. Вообще, спасибо тебе огромное. Да, молодец, что... облегчаешь, да, людям жизнь, занимаешься не заставляешь этим делом, таскать да. сани по воде. Да, Лёх, ты крутой. Цены хорошие, да. Вот, так что, так что, так вот. Ну, я думаю, мы еще поймаем своих лещей. Да, а вам не хвоста, не чешуи. Будьте с нами, пока-пока.